Пациентов, страдающих болезнями органов пищеварения, не становится меньше. Об этом сообщили на гастроэнтерологическом форуме в столице. Их лечение также стало проблемой. Трудно найти и подобрать лекарства. В рамках мероприятия специалисты обсудили новые подходы к лечению заболеваний желудка и кишечника. Своим опытом они поделились со студентами и действующими врачами. Мир не стоит на месте. Знания наши обновляются, накопленные на 100% каждые 3 года, да? Поэтому мы, вот наша задача, это все анализировать, держать, как говорится, руку на пульсе, и чтобы врачи не отставали от этих накопленных знаний.